Всем привет! И мой влог начинается с кухни. В принципе, как это зачастую бывает, готовлю себе курицу, жарю курицу и рис варю. Как-то так. Это мой типа завтрак, 2 часа дня. Да, я сегодня вообще максимально заспался, конечно. Сидел в телефоне с утра, что-то успел сходить в душу, сейчас завтрак себе готовлю. А пока он готовится, я думаю, разложить вот эту вот сушилку с вещами. И... Ну, буду ждать, пока завтрак мой будет поготовиться. И вообще, что сегодня по делам? Есть сегодня дела, некоторые по типу нужно сходить в спортзал. Да, в спортзал сегодня пойду. И что еще? Мама попросила подъехать помочь и ездить, ключи сделать вот от собой. Поэтому да, все. Так, начинаю раскладывать. И включусь, когда будет уже готов завтрак. Забрал, кстати, настолки с родительского дома. Так что, если кто-то любит, вот, например, играть в дженгу. Да, это же дженга называется вроде. И в домино, то приходите. Всем приятного аппетита. Это кабал какой-то такой свитер. В шкафу. Зеленую майку, не знаю. Как-то по-дебильному выглядит немного, но... Ладно, пойдет. Иду в спортзал. А зал все тот же, без свит. Закончилась основная часть тренировки. Сейчас буду делать заминку и поеду по своим делам дальше. Вернулся я уже, значит, домой. Беру с собой сейчас все вещи, которые мне нужны. И выезжаю работать. Поработали. Приехали в чили-пиццу. Правда? Решение покушать. Я заказал себе пиццу, правда, не из этих, а из меню, которого уже тут нету. Но, в общем, когда нам все принесут, тогда и покажем, что мы вообще заказали. Принесли нам наши напитки. Во-первых, давай пробуй как тебе. Такие вот трубочки интересные. Чили пицца. Бумажные. Вкусные, да? У меня просто колон. Рассказывай, что тебе тут принесли. Типа цепелина с боровиками. Ага. А мне мою пиццу еще не принесли. Зато принесли мой венский пирог. Яблочный. И мне принесли какую-то итальянскую пиццу. Мортаделло. Вот это мои самые любимые пиццы в чили-пицце, мне кажется. Тут у меня сейчас есть акция. Такие вот пиццы по 30 сантиметров за 8,99. Тоже вкусно, но мне захотелось именно это. А это стоит 10 евро. Так что всем приятного аппетита. Мы тут решили прогуляться по второму этажу торгового центра Сомо. Заходили в новый магазин Визионета. Хотелось выбрать какие-то новые очки. На мою большую бошку, в принципе, не очень много вариантов. Запретили снимать, поэтому снимаем втихую. Пошли чисто один круг. Просто посмотреть, что тут вообще. Есть что-то изменилось, ничего не изменилось. И, в принципе, да, вот. И конец всего второго этажа торгового центра. Поэтому все, мы спускаемся в машину и едем куда-то. Итак, ребят, рабочий день продолжается. Насколько он сегодня будет продуктивный, не знаю, потому что, в принципе, я не так и много сегодня буду работать. Время 8 вечера. Да, в общем, то, что я поздно вышел сегодня из дома, дало себе знать. День пролетел просто моментально, может быть. Ну, не моментально, но быстро в любом случае. Поэтому, да, все, сижу, жду заказ. У меня уже один заказ в сумке, жду, пока приготовлю второй заказ. И поеду, отвезу его. Там, кстати, приехала скорая, я стою... Возле Соло, возле Ёжика в тумане. Те, кто же уже дал купил, все поймут. И... Да, там скоро кому-то приехало, что-то произошло, я не видел. Но скоро стоит с мигалками, значит, видимо, что-то достаточно серьезное. Погодка, конечно, совсем испортилась. Такой, знаете, осенний, ужасный, моросящий дождь. А пока что мой рабочий день на сегодня окончен. Я тут забираю все свои вещи, которые мне нужны в машине, которые принесли домой. И, собственно, иду домой. Ну вот и все. Как-то так прошел мой сегодняшний день. И надеюсь, вам понравился этот влог. И да, видел под прошлым влогом. Все, ну ладно, все. Некоторые радовались, что я наконец-то вернулся на канал. И да,
Это прикольно. Видел приветы, так что всем привет, передаю всем привет. Кто передал привет мне. Кстати, ко мне подходили подписчик, и говорил, почему я не снимаю, почему, куда я вообще пропал. И в комментариях писали, кстати, тоже, куда я пропал. Вот я снова тут. Не обещаю, конечно, что будут влоги каждый день выходить, но все-таки жизнь не такая интересная, чтобы снимать, мне кажется, каждый день. Но главное сейчас ничего не зацепишь, а ничего не упал. Вот. Поэтому, да, я сейчас начну его монтировать. Кстати, поучиться я так сегодня и не успел. Поэтому завтра выходной. Да, и завтра я буду, скорее всего, учиться целый день. Вот, и по-любому на завтра еще были какие-то дела, о которых я на данный момент не могу вспомнить, но они... Если я вспомню о них, то я скажу о них обязательно завтра в завтрашнем влоге. Поэтому, да, ребятушки, все, на этом все. Всем пока!